первая есть! Я ж тебе говорю, я ничего не могу сделать. Ну я ж не мог слить такое, а? Пошли. Оу, вот оно, вот оно. Раньше без разницы, честно. Конечно. Мы такие, ну бы с тобой же вообще нам без разницы. Ну да, тут просто мы накидываем будку, просто... но зато и смотреть стойте, интереснее, когда, блин, накидывать. Пурье у меня! А у меня... О, Чак Чендлер, нормально. За которого я был тогда, помню? Чендлер, нет, Чендлер нормальный, кстати. Пурье! Чендлер вообще нормально. Кстати, Конор-то с Пурье смотрели бой? Не будем спойлерить. Напишите, кто смотрел бой. За кого болели, да, надо Конор или Пурье? Ну и тут тоже пишите, Пурье или кто у тебя там? Забыл, как у Чендлер, Чендлер. Все, погнали, погнали, Ребзи, погнали. Ну такие, тут такие. Я почитаю, Cool I Am. Слушай, надо опасно. Ну не, ну тут оба дюжи бойца, я на Пурье, на самом деле. Работа, хорошо. Тихо. Да. Хорошо, еще. Просто опять на этих ошибках. Блин, хочу в атаку пойти. Давай, дай бутсу. Ну, хорошо. Молодчик. Красава. Ну. Давай, попасть еще раз. Вот это что, блин, алло. Хорошо. Ну, сталь. Опять напряжёночка, капец, конечно, нифига, ну сапаточка, а? Это твой? Твой, ты чё гонишь-то? Вот ты тупой! Чё это я тупой? Ой, тихо, да куда ты такие пропускать-то? Да как, алё? Ах, молодка пропускала, моя молодость. Ну, поплыл? Да куда ты? Опасно, опасно, ребята! Какой там опасный вообще жесть. На тоненького просто. Ой, о, и ответочка мне пришла. Пошел в атаку опять, и мне ответочка пошла. Да что ж ты? Третий раунд опять. Я офигею. В шестом бою первый раз у нас был третий раунд. Сейчас еще. Ну, просто концентрация прям вообще прям важна, да? Максимально, конечно. Это чемпионский бой. Что делать, как подловить, что вообще сотворили на самом деле. Да, да, жестко. Стремно, стремно, конечно. Куда ты? Да куда так открываться? Всё! Да конечно опять на противоходе вот это говно, а! Вот они мои! Красава, как в этом. Опять я начинаю ногой, хочу ударить и получаю по роже, но это бред вообще. Как в Морталике, Джексон. Каком Морталике, говно, вот она. Парье, а. Красава. UFC. Ну как так-то? Красава. Респект за файт. Yes. Не, ну обидно, yes. Но это бред. Концентрация была просто максимальная. Я даже в FIFA так не концентрируюсь, как тут. Тут прямо сейчас собран был. Вообще кайф просто. И все равно, я говорю, вот это вот на противоходе поймалось меня. Ну я тебе говорю, у меня то же самое было только во втором бою. Как бы, а тут ты это, наоборот, точнее. Там ты меня. Твой хотел. Получше смотрелся, да? Да, мой получше смотрелся, на самом деле. Удары такие, да. Но я на самом деле хотел, чтобы закончилось, чтобы решение судей было. Чтобы да, было объективно. Так забрал. Не, скажу, сейчас прям все, концентрация была, мы прям сейчас сидели, рубились. То есть не было такого, что случайно ударил и все. Ну, да. То есть мы поджидали, чтобы прям зарубиться, чтобы подловить. Он меня подловил его во втором бою, я его подловил в третьем. Но это нечестно.
А чё сейчас опять нечестно-то, блин? Да ничего, блин, ты тренировался, похоже, где-то. Где я тренировался? Это где-то ты тренировался. Вот она, видно она. Было, что он по-другому сейчас защит зверь. Бруно, е-е-е, победитель. Красавелла, красавелла. Пишите, за кого болели. А, вот это было вообще сильно, сильный выпуск, конечно, я скажу. Будем не, ну тут я тебе скажу достойно, тут я руку пожму, тут мы вообще прям на равных хорошо прям боролись. UFC, нет, он победил круто, тогда, круто получается, какой, 2-1? 2-1 в серии, и вот по итогу а, тоже 2-1. Тоже 2-1, то есть в UFC круто зарубили. Так что UFC пока за ним, но ничего, будем тренироваться, я еще отобью у него титул чемпиона UFC. На самом деле было бы круто, если бы у нас пояс сейчас был вручен. Да. И фальшивый, как и твой пояс, и ты это понимаешь. А потом какой-нибудь пояс. Потом бы я отобрал у него. Надо вот придумать что-нибудь в таком стиле. Ну не, концентрация пропотели прям на самом деле. Ну круто, круто было на самом деле. Сегодня прям и получше сами бои были. Получше, и круто, что не было партера, потому что в предыдущих выпусках на партер, вот на кружок это тоже как бы неинтересно, да, там, а тут чисто стойка, как все просят зрители, да, там UFC, там все просят же, типа, да, чтоб без партера, тут мы прям все на ногах зарубили, все, кайф, все, спасибо вам за просмотр, ну, кайфанули. Да, все, давайте, ставьте лайки, подписывайтесь везде, TikTok, Instagram, YouTube, да, всем пока. Вы знаете, где подписываться, все, давайте, скоро начнем мы FIFA, да, скоро начнем, Лигу Чемпионов, так что ждите, все. У вас еще есть шанс залететь в команду Мэтпак, и все, и мы будем проходить Лигу Чемпионов, крутые голы, моменты выкладывать в ТикТок. Все, залетайте, подписывайтесь, ждем вас, всем пока. Еее. Так выходит, я не могу понять. Вообще жесть, все, ладно, собрали. Все, давай. Вообще-то у нас битва. Хорош!